проще сказать, не нынче, а в старе. Вершил государством своим 39-м. Еремей бородатый. Ух, хозяйственный. И стукнуло как-то в башку Еремею. Неправильно я государство вершу. А ну-ка, для верности, все, что имею, проверю, сочту и в реестр запишу. Свечей восковых! 142! А дальше свечей? 2 пуда 13 фунтов. Окна. Пересчитали. Пишите дальше. Дальше пишите. Наименование предмета. Предмета наименование. Троны. Троны. Количество штук. Штук количество. 2 троны. 2 троны. Отставить. Эх ты, грамотей. 2 троны. Трон мужского рода. А я так понимаю, царь-батюшка, царский трон мужского, ну? А царица женщина? Женщина. Стал быть, царицын трон женского рода? Циц! Хотя и полемично, но логично. Убедил? Так и пишите. Трон один и трона одна. Трон один и трона одна. Дворец пересчитали, троны, окна, скамейки, утварь, брысь. Теперь поехали дальше. За мной! Чернила не забыли? Не забыли чернила, а? А перья погрузили? Погрузили перья, а? Перья своим ходом пойдут. А пергаменты? Пергаменты! Тоже своим ходом пойдут. Ты собрался, Еремушка. Еремушка, вот бестолковая. Я же тебе втолковал, Меланьюшка. Еду все наше царство, государство пересчитывать. Не царское это дело, не царское. Волос длинный, а ум короткий. Царское это дело, царское. Не царское. Царское. Не царское. Царская! Нет, царская! Царская! Фу. Не царская. А лестницу записали? Записали. Сколько ступенек? А? Пересчитать! Пересчитать! Сколько? Сколько? 8. Thank you.
Чуть не год Еремей все считал да считал, всех дьяков притомил, да и сам приустал. О, все грибы сосчитал, все деревья в лесах, все веснушки у малых детей на носах, все чернила извел и дорожкой прямой со спокойной душой поехал домой. Только до дому тоже не короток путь. И решил Еремей на пути отдохнуть. Подумать только, такую бочку чернил и списать. Ага. И такое превеликое множество мелкого рогатого скота на пергаменты пошло. Это ты про баранов-то? Про баранов. О. И гусиных перьев истреблена тьма тьмущая. Пить охота. Прямо никакого терпения нет. Придется царь-батюшка потерпеть маненько. Маненько! Эх, газировочки бы. Ну какая тут может быть газировочка? Степь, да степь кругом, путь далек лежит. Чего ты в своем царстве не знаешь? Чего я в своем царстве не знаю? Ага. Клянусь своим царским словом. Фу. Царь-батюшка! Царь-батюшка! Царское слово дал! Грози, не грози, а мне не страшно. Ведь у меня каждая былинка, каждая травинка подсчитана, записана. Я в своем царстве-государстве все знаю! Все! Yeah.
возвращением, царь-батюшка! Радость-то у нас какая! Радость! Mm-hmm. Радость! Наследник престола! Андрей Еремеевич! Вот оно то, чего я в своем царстве-государстве не знал. Что это с ним? Обыкновенно вещь, в обморок упал. От чего? От радости. От радости. Травинки, былинки, количество штук. Считал, считал, он просчитался. Царю не по чину впадать в кручину. Никого, никого. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Да как же мне духом не падать, когда родное детище отдавать приходится. А ты не отдавай. А как же я свое царское слово нарушу? А ты не нарушай. Слово в карман, а со мной ман. А как же я чудо-юдо беззаконное обману? Очень просто. Как других, так и его. Никого, никого. Мне, царь-батюшка, такая идея. Идея? Ну, это жульство в голову пришло. А-а-а. Надо тебе своего сына у чужих людей сберечь, а чужого царевичем наречь. Как так? А вот так. Чужой пусть живет во дворце. До востребования. Ну-ну. А как дело дойдет до расплаты, чужого чуди-юди отдать, а своего обратно в палаты взять. Так, так, так. Голова. Действуй. Баю, баюшки, бай, бай. Рыбачок мой засыпай. Баю, баюшки, баю. Колотушек надаю. Ходит сон по всем домам, глаз мыкает рыбакам. Баю, баюшки, бай-бай, поскорее засыпай. Белорыбица плывет и на все село орет. Баю, баюшки. Новоявленные мамаши, наше почтение и уважение. Робёночка-то как нарекла? Андреем. Андрюшенька, стало быть, хорошее имечко. А мужа-то как зовут? Елисеем. Совпаденница. Андрей Елисеевич, Андрей Еремеевич, хорошо. Что-что? Подходящее, говорю, имечко. А муж-то где? Рыбачит? Рыбачит. Хорошо. Так вот, матушка, радость в ваш дом пришла, радость. Поезжай скорее к мужу, да скажи, что царю-батюшке рыбки свеженькой захотелось. Ой,
А с кем же я сыночка-то оставлю, а? А с кем жена моя посидит? Просковеюшка. Просковея, заходи. Посиди с Родяночком. А ты, матушка, поспешай, поспешай. Поторапливайся. Действуй. Будет. Ну, вот так. Разве можно кровное детище отнимать у родимой матери? Цинц! Все можно, ежели осторожно вынимай царского. Аккуратно вынимай. Да ты что, сдурела? Царского вынимай из корзины. Так ведь я... Цинц! Делай, как приказано. Так, Андрей Елисеевич, пожалуйте-ка сюда. В корзину. Вот так. Вот сюда. Андрей Еремеевич в люлечку. Вот, и полный порядок. Эх вы, бабы, и ничего-то вам поручить нельзя. Ну-ка, батенька мой, поехали во дворец. Ну чего стоишь, как истукан? Бежим! Смотрите, что творится. За окном скоро рассвет. Сном младенца спит царица, а младенца в люльке нет. Нянькам строгой дан приказ не спускать с ребенка глаз. Почему же няньки спят и на весь дворец храпят? Потому что дьяк Афоня дал им сонного настоя. Царевичу сыночку соскучился. Царь ты наш, батюшка,
родимая. О! Вот сейчас материнское сердце ей подскажет. Да нет, это рыбья чешуйка пристала. Родненький ты мой. Не подсказала. Не подсказала. Как времечко быстро несется. Хотите верьте, хотите нет, с тех пор, как напился царь из колодца, прошло, пролетело 18 лет. Андрюша. Клюнет. Подсекай. Опять сорвалась. Не способный ты к рыбной ловле, царь-батюшка. Неловок ты больно. Кто я такой? Чудо-юдо беззаконное. А еще? Темнейший князь земель подозерных. А еще? Могучий владыка недр подболотных. А еще? И прочее, прочее, прочее. А, вот с прочего, прочего, прочего и надо было начинать. Виноват. А вы кто такие?
Мы царские пираты, пираты, пираты. Мы бодрые ребята, ребята. Хо-хо! Все мы забияки, бияки, бияки. Злые, как собаки, собаки. Хо-хо! Прохожих мы разуем, разденем, потолкуем, потом опять обуем и песенку споем. Три румба-румба-румба левее мы возьмем, и к острову сокровищ, быть может, приплывем. Быть может. Быть может. Быть может. Приплывем. Поете-то вы хорошо. А где красота? Нету красоты. А где чудотканный ковер? Нету чудотканного ковра. Нет. Поглядят женихи и скажут, у чудо-юдо не дворец, а что? Убожество. И нет никакого художества. Ступайте! Куда? К палачам! И с головами на плечах не сметь возвращаться! А ты ниточку через пальчик перекинь, а интим придерживай, а спицу в петлю. Так. А я так и делаю, только у меня ничего не получается. А ты старайся. Это за что же он на вас осерчал? За красоту! За красоту? Да, а для твоих женихов чудо вытканного ковра требует. Да. Некогда мне! Ладно, ладно, не ревите! Выручу! Всякими пустяками. А мне так хочется вязать научиться. А на кой тебе нужно? Ты же у меня волшебница. Ты все можешь. По-вашему, по-волшебному. Не хочу по-волшебному. Ух ты. Хочу по-настоящему. Как у людей. Как у людей. Тут ведь к терпению нужно. Ой. Нянь. Няня. Ну, чего тебе, Варварушка? А у тебя женихи были? Был один. Из волшебников? Эх ты, из волшебников конюхом служил. Уж больно мы любили друг дружку. Васей его звали, Василечком. Вот одного. Идем мы с ним по лесной тропинке. Тропинка широкая, а мы все ближе и ближе друг к дружке, ровно будто по узкой идем, а грибов вокруг, видимо-невидимо, и белые,
и красной, и всякой. А мы их не сбираем. Почему? Да уж больно нам рядышком идти-то весело. А Василечка говорит, Степанинушка ты моя ненаглядная. Хорошо. У людей лучше, чем у нас. У волшебников. Нет. Вот прознал боярня про любовь-то нас, осерчала. Васимова в солдат отдала, а меня в темный погреб заперла. А ты бы, голубка белая, вернулась, да и улетела к своему Васильку. Да ведь это у вас тут в подземном царстве и колдовать-то можно. А у нас там колдовство хуже воровства, колдовать нельзя. Нельзя? Нет. Васимову при первом сражении пушка застрелила. Насмерть? Знамо, насмерть. И пошла я гремышная к комнату глубокому и утопилась. Вот она, любовь-то какая. Любовь. Любовь. Со всех концов подболотного царства, со всех пещер чудо-юдого государства, со всех краев и со всех сторон явились сюда перед чудо-юдов трон женихи самосвалы. Просите! Али Гусейн, человек-бассейн, выпьет жидкости ушат и проглотит лягушат. Не надо! Что не надо? Ничего не надо. Ни жидкости, ни лягушат. Удаляюсь. А рыбки? Ой, батюшка. Следующий! Этот жених в состоянии отгадывать мысли на расстоянии. Никак помер. Ужал. С приездом. Вот это да! Ее мысли угадывать! Чего это он? Ничего. Он мои мысли угадал. Правильно. Следующий. Волшебник! Блондин! Ну какой же он блондин? Ну пусть наоборот, какая разница? Низкий вам бонжур! И какого же ты роду племени? Я по роду племени. Я тутошный. А вот по образованию я тамошний. И где ж тебя так образовали?
В заморской школе престидижитаторов. Это как понимать? Ну, по-ихнему это престидижитация, а по-нашему ловкость ног. И гипноз. И долго ты в заморской школе обучался? 2 года с месяцем. 2 года я учил произносить это слово «престидижитатор» и целый месяц гипноз. А ну, валяй, показывай. Большое вам гутен морг. Мерси. Сейчас я произнесу магические слова «эйн», «цвей», «дрей», что в переводе означают 1, 2, 3, 4. Пристально посмотрю на невесту. И этого будет достаточно, чтобы она сказала, что я ее жених. Эйн. Цвей. Дрей. Быстрота и ловкость рук получается. Индюк. Следующий! Все! 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 Как все? Кончились женихи! Прочь, непокорная дочь! Вон все вон из моей тронной пещеры! Вернись, непокорная дочь! Одна вернись! Иди, иди! Нянь, у ваш отца! Дочка, сядь. Что ж я для себя, что ли, женихов приглашаю? И каких женихов? Чистокровных волшебников. Надоели мне, батюшка, ваши чистокровные волшебники. Надоели? Да. А какого ж тебе жениха надо? Обыкновенного, как на земле. Что, как на земле? Не слышал. Мечта моя, батюшка, вот какая. Чтобы шли мы с ним по лесной дорожке. Кто это мы? Он и я. Дорожка широкая-широкая, а мы словно по узкой идем. Грибов кругом видимо-невидимо, и белые, и красные, и подберезовики. А мы не собираем. И вдруг он мне говорит: Варварушка, голубка ты моя ненаглядная. Скажи, пожалуйста, белые грибы, а рыжики были? Наверное. Постой, дочка, числится у меня за одним земным царьком должок. Держи крепче, царь-батюшка, не зевай, а я отцу подсоблю. Отцу? Угу, не горюй, мигом вернусь, научу я тебя рыбацкому делу. Андрейка! Сейчас, папаня! Папаня. Знал бы ты, кто твой папаня. Эх, Андрюшенька, кровиночка ты моя. За маманю ложечку, за папаню черпачок и в постельку на бочок.
Ладушки, 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 ладушки. Так, розовым маслицем да лавандой попрыщем для благовония. Сейчас царь-батюшка с рыбалки вернется. Надо ему перед обедом белые ручки помыть. Брысь! Беда начинается. Мне чудо-юдо из воды пальцем грозил. Чур меня, чур-чур. А может, тебе, царь-батюшка, померещилось? Возможная вещь. Ведь сколько лет прошло, и каждый день в ожидании. Может, и верно померещилось. Померещилось. Успокойся. Белые ручки пополощи. Должок! Дождались. Что делать? Я так думаю, царь-батюшка, не должно наше хитрое жульство пропасть зря. Не должно. Не должно. Пора нам увольни чуде-юде отдать. Как? А вдруг уволень откажется? Не откажется. Я такое новое жульство сообразил, что он сам побежит. Действуй. Только потребуется тут, царь-батюшка, солонина фунта 4, а? Селедок пряного посола штук 6, а? Ну и огурцов соленых. Превеликое множество. Все, все, действуй. Пить хочется, умираю. Ой, беда-то какая беда. Беда? Беда! Забыл я водички студеной с собой прихватить. Забыл! Ну, погоди, старый хрыч, авось батюшка помрет в скором времени, тогда я тебе все вспомню, припомню, Афонька. Не прогневайся, царевич воспрекрасный. Пить хочу. Тут колодец есть поблизости. Где? Да вон там. Что я говорил, царь-батюшка? Сам побежал добровольно. Ну и хитер же ты, дьяк. Хороший рассол. С хреном, черносмородиным листом. Куда? За им, если что, подсобить. Голова. Студёна водичка-то. Подсобил? Подсобил. А хорошо ли это? Чудеса! Сухим из воды вышел. Какой толстый. Фу. Над царским ребенком потешаться. Нехороший ты. Ты кто такая? Я старушка из пенька, из пенечка. Да ты что, смеешься надо мной? А ты слушай, да вникай, не ругайся. К новой жизни привыкай, приучайся. Хватит писать, рассказывай, в чем дело? Почему я здесь очутился? Тебя, Андрей Царевич, папенькина борода подвела. Папенькина борода? Да, да. Нянечка. Ну как, наскакался зарница? Нянечка. Ой, нянечка. Ой, милая. Да что с тобой, дитятка моя ненаглядная? Да кто ж тебя обидел, звездочка моя ясная? Ой, нянечка, худой человек, ой, худой, толстый-притолстый. О, ух ты,
коза ты моя дереза. Бай, бай, бай. Да. Вот и пришлось царю Иеремею спустя 18 лет старинный должок отдать. Тебя сюда прислать. Да я ему, маме скажу, маме. Вот тебе мой совет, царевич Свет. К чуде-юде самому явиться и в ножки ему поклониться. А как я к нему попаду? К твоему чуде-юде? О, запросто. Прямо пойдешь, на дикую поляну попадешь. Так-так. Три раза топнешь, два раза хлопнешь, один раз сыснешь. Как? Вот таким манером. Ну, если так не сумеешь, можно и потише. И выбежит на твой свист зверь невиданный, уши заячьи, глаза не знаю чьи, хвост львиный, да не такой длинный. Довезет он тебя до переправы, а там кричи, визжи, паромщиков зови. А дальше как? Все, на том берегу тебя уж поджидают. Кто? Сюрприз. Сюрприз? Куда? Куда? Ну что еще? Возьми морковочку сладенькую. Морковочка для зверя невиданного. И медку пахучего. Медок для паромщиков. Хоть бы спасибо сказал. Упитанный, а не воспитанный. Только меду не жалей. Во, медок, крути быстрей. Душистый, липовый. Вкусно, небось. Ох, слюнки текут. Медку-то, остаться. Обойдетесь. Грубиян. Жадина, говядина. Угу, весь мед слопал. Буль-буль! Добро пожаловать! Дождались!
соскучились. Кто вы такие? Маркиз де ля Кис Мурмур. Герцог де ля Бык. Барон де ля Сивин. Кон де ля Пес. Жирненький. Жирненький. Щекотки боюсь. Щекотки боюсь. Щекотки. Так, так, так. Хорошо сидишь. Афоня, подай ему скипетр и державу. Да не так. Шарик в левую возьми, а палочку в правую. Палочку в правую? О! Ой. Вот я помру, а ты так и будешь государством управлять. Вместо меня. Что-то я, царь-батюшка, никак в толк не возьму. А куда же вы своего царевича дели? Расскажи. Нет, царевич он. Рыбацкий сын. Вот по этой самой причине мы его за место тебя чуди-юди отдали. За место меня? Но, ага. Что же вы натворили? Не твоя это забота, Андрей царевич. Не может царь думать о каждом. Царь должен думать о важном. Правильно. Вот на троне сидеть ты уже выучился, а теперь научись приказывать. Прикажи. Ну, прикажи что-нибудь. А ну-ка, Афонька, оседлай жеребца, да и поставь его у крыльца. Незамедлительно! Стой! Куда ты? Стой! Сынок! Стой! Сынок! Что ты делаешь? Ой. Беда! Беда! Возьми морковочку сладенькую для зверя невиданного и метку пахучего для паромщиков. Спасибо тебе, старушка-веселушка. Вот ты раз. И не упитанный, а воспитанный. Я царевич Андрей, Еремея царя сын. Да, 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 да. Боком повернись. Теперь другим. Спиной. Эх, хорош. Пухленький. Откормленный. Жирненький. На чистом сливочном масле воспит. Это же тот самый, который в меня из рогатки целился. Фокусы показывать можешь? Царскому сыну не по чину. Загадки отгадывать. Только мне этого еще не доставало. Ну, а делать-то ты чего-нибудь умеешь? Поскольку я царский сын, делать я ничего не умею. Не умеешь? Не должен. Ох, не должен. А тебе зачем? Хотел я тебя на своей дочери женить. Женить? Это можно. Ежели хорошее приданное, да. Нянечка, милая, какое же мне чудо придумать, чтобы он сам от меня отказался? Да кто же этот такой красавец сам-то откажется? Дочка-то у тебя красивая? Очень, вся в меня. В тебя? Чего это он толстый? А слабонервный? Сырой. Малокровный. А какое же приданое? Приданое обыкновенное, как у всех царей. Точнее? Полцарства. Пол царства? Соглашайся, не бери. Не маловато ли? Придумала. Такую загадку придумала, что отгадать ее может только человек с пылким сердцем. Ну, как твой Василек. Как мой Василечек. Ага. Ага.
отведай морковочки. Зверь невиданный. Значит, по рукам? По рукам. Эй, вара-вара-вара-вара-вара. Что за чудеса? Ну, фокусница, ну, озорница. А это Андрюшенька, царя Еремея сын. Отгадывай, который твоя невеста. Не отгадаешь, голова с плеч. Голова с плеч? Таков обычай. Ой, мама, мамочка. Отгадай, которая моя дочка. Первая попытка. Отведайте метку душистого медвежатки. Спасибо, благодарствую. Топтышка, вкусно. Миш, оставь мне. Имей совесть. Оставлю, оставлю. Кушайте на здоровье. Счастливого пути. Не пуха тебе и не пера. Вот! Вторая попытка! Вот! Опять осечка! Третья попытка! Стойте! Ты еще что за невежа? Зря вы у казни собираетесь. Вот и я говорю, что зря. Руби! Рубите мою. Правильно он говорит, его голова лучше. Да кто ж ты такой? Я царевич Андрей, сын царя Еремея. Ты какой сын? Старший? Нет. Младший? Нет. Какой? Единственный. Единственный? А он чей же сын? Он ваше беззаконие рыбацкий сын. Врет он! Царевич я! Ишь, какой самозванец нашелся! У меня тоже голова на плечах! Не волнуйся, сейчас у тебя ее не будет! Эй, палач! Не торопись, чудо-юдо! Это он по неведению бормочет. Не знает он, что нас подменили. Как подменили? Кого подменили? Что подменили? Где подменили? Когда подменили? В самом раннем младенчестве. Это зачем же? Чтоб я на земле остался и тебе не достался. Ну и жулье! Эй, палач, руби ему голову! Батюшка, за что же ты его? Как за что? За место меня! Ну, ежели за место тебя, пусть он тоже отгадывает, как и ты отгадывал. Это справедливо. Я не против. Нянечка! Так вот, ежели ты угадаешь, которая моя дочка... А чего тут гадать? Как чего? Первая попытка! Вот она! Угадал. После первой попытки. Вот это жених.
как же это ты сразу отгадал? Ведь нас было шестеро. А я других и не заметил. Ты для меня одна на всем белом свете. Одна? Одна. Голубка ты моя ненаглядная. Голубка ты моя. Да чё мычишь, козёл безрогой? Кто-кто? Да ладно уж, ваше беззаконие. Что делать-то? А то и делать. Поженить да на землю отпустить. На землю? Не отпущу! Ты же слово дал, Ирод! Я дал, я обратно взял, я хозяин своего слова. На землю, к людям, пфу, во! Ой, нянечка, ой, милая. Сердце беду чует. Андрея погубить хотят. Нянечка, милая. Как на чудо-юдели именины испекли пирог из глины. Каравай, каравай, в обе чарки наливай. Именины с одной стороны, день рождения с другой стороны. Ура! Ну как, благородные сеньоры, спеть вам, что ли? Спой, Светик, не стыдись. Про что? Про любовь. Опять про любовь. Просим. 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 Ба-ко-ко. Что? Бабушка Козлика очень любила. Бабушка Козлика. Что? Очень любила. Эдва, Эдва, очень любила. Эдва, Эдва, ох, как любила. Вот это каравай! Доверчивый ты старичок, ваше беззаконие. Это почему? Мало знакомому человеку такое дело доверяешь. Какое дело? Салфеточку подвязывать. Ну и что? Узелок-то можно и потуже затянуть. Ты, царевич, того думай, чего говоришь-то. А ты, ваше беззаконие, не того опасайся, кто не подумавши скажет. А того, кто не сказавши подумает. Кто именно? Назови! Зачем же я ваше беззаконие на людей наговаривать буду? А я приказываю наговаривать. Пусть заткнут уши ваше беззаконие. А заткнуть уши? Дочери твоего беззакония нареченный жених. Умышляет! Умышляет! Чего умышляет? Умышляет не полцарства в приданное взять, а все подземное государство у тебя оттяпать. Ну и что? А Варвару на землю взять. Как? Вар-вар-вар-вар-вару! Не допущу, не допущу, не допущу, не допущу! Беда! Варварушка! Андрюшенька, тебя погубить хотят! Туда! Царевич распрекрасный. Выйди на секундочку. Появись. Сделай милость. Не погнушайся беседой с нами. С убогими. Друг ты мой разлюбезный, ау! Где же он? Где? Надо полагать, у невесты! К вар-вар-вар-вар-варе! Вперед! Топай! Варварушка, красота моя, не знаю, грязная! Андрюшенька!
Дозволь, Варенька, я тебя поцелую. Нет, Андрюшенька, не дозволю, пока не поженимся. Так и чешут без отдыху. Раскудахтались. Ну, хашала в щечку. А после свадьбы? На абордаж! Где же они? Где они? Где они? Где? Это дочка моя премудрая нас обдурила. Сама с ним убежала, а разговор здесь оставила. Чего вы стоите в погоню? Седлайте коней необычных, моих личных, сильных, двужильных, породисто-племенных, реактивно-скоростных. Погоня. Провалились. Проваливаться-то дальше некуда. Под землей находимся. Итак, никто и ничто на вашем пути не объявлялся. Ну? Вот. Что вот? Два лиловых кролика травку щипали. Лиловых? Лиловых. Лиловая твоя башка не щипанная. Назад за лиловыми кроликами! Вперед! Вперед! Назад за лиловыми кроликами! Стойте! Не подходить! Топтышка, полный вперед! Есть полный вперед! Давайтесь! Вертайте взад! Не то худо вам будет! Ах ты, вертай взад! А ну, проваливай! А то, как схвачу за ручки, закину за точки, будешь лететь, пыхтеть, брыкаться, кувыркаться, пока не треснешь пополам! Фух, фух! Вернись! Непокорная дочь.
А ну, благородные сеньоры, ныряйте! Ох, притомился. Спасибо, Топтышка. Спасибо. Килька! Шрота! Сардина! Акула! Вобла! Вон они! Догоняйся! Стойте! Ой! Что с тобой? Ступить больно. Попробуйте, подойдите! Теперь уж нам никто не поможет. Что пригорюнился, козел безрогий? Именинник я сегодня. Именинник. Раз именинник, спляшем. Тра-та-та, тра-та-та, вывезем с собой кота. Ой, закружился весь, падаю я. Перед какой-то старушенцей на колени бухаться. Бухнись! Не бухнусь! Не бухнусь! Не бухнусь! Не бухнусь! Не вертись! Буду вертеться, вертеться, буду вертеться, вертеться, буду вертеться! Ну и вертись себе на здоровье! И верно, Андрей,
Но только он не царского рода, а из простого народа. А царский сынок, вот они. Афоня, и этот из простого народа. А они из царского рода. Да ты что, старый, рехнулся? Кланись, не сумлевайся. Сейчас все расскажу, как было. Люди, простите меня окаянную. Ой, грех-то какой! А? Побледнела. Отощала. Наша дитятка ненаглядная. Как на Андрюшины именины испекли мы каравай. Вот такой вышины. Вот такой ширины. Вот такой длины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Я люблю, признаться, всех. А Андрюшеньку, душеньку, милого сынка больше всех. Как на Андрюшины именины испекли мы каравай, 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 кого любишь, выбирай. Мечталося, так и сталося. А еще мне сказать осталось. До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки конец.